Его Величество испугался снов наяву и попросил Чен-Рю уложить его. Что ты хочешь сделать с моим мечом? Я просто обычный страж. Подумать только, государь рискнул, чтобы спасти меня. Государь, почему вы улыбаетесь? Я счастлив быть с тобой. Вот почему я улыбался. Я думаю сейчас, государь, вы лучше всех. Так стыдно. Мне нравится Юэр. Государь, это мило, что ты рядом. Я не знаю, каким ты был раньше, но судя по тому, что я вижу сейчас, ты хороший человек. Если это для вас, это никогда не будет глупым. Юэр, мы наконец можем быть вместе.